Голливудская пара Тим Робинс и Сьюзен Сарандон рассталась после 23 лет брака. Об этом стало известно в конце прошлого года накануне Рождества. Печальную новость журналистам сообщила пресс-агент актрисы. Она не стала вдаваться в подробности разрыва и сказала лишь, что пара живет раздельно уже с лета прошлого года. Напомню, Сьюзен и Тим познакомились на съемках фильма «Дархэмские быки». У пары осталось двое детей. Ольга Белик для TV2Go.